Славного броска. Ты моя надежда, ты моя отрада, в сердце у солдата. Ты моя Москва, мы свою победу выстрадали честно, преданные святому кровному родству. В каждом новом доме, в каждой новой песне помните ушедших в битву за Москву. Серые шинели, русские таланты, давнего парада снятся нам маршруты главного броска. Ты моя надежда, ты моя отрада, в сердце у солдата. Ты моя Москва, мы с парада, с неба парада. Поехали. Ну, я продолжу тему Александра Васильевича Суворова. Настоящий бутафорский генералиссимус. Ну, я хочу сказать, спор возник. Ну, не спор даже. Препирательство с каким-то дегенератом джугашвилевским, который там лил на Александра Васильевича Суворова грязь. Вот, я рассказывал, буду еще рассказывать, как они обливают грязью Жукова. Вот, но понимаете, вот какая вещь. Я вот в предыдущем как бы постарался воссоздать вот эту картину Исмаила. Я постарался воссоздать какими страданиями, каким невероятным, какой сильнейший противник состоял. Это в школе ничего не преподается, если вот вы это освоите, наверное, если у вас хоть сколько-нибудь честный педагог, одни пятерки будете получать, если в школе учитесь. Вот. Насколько это трудно? Я, кстати говоря, ошибся. Получается, 43 тысячи защитников Измаила было. Вот, конечно, я хотел бы еще немножечко акцентировать на военной операции, чтобы оценить просто, потому что это вот сейчас все ясно. А тогда большинство командиров и Кутузов, и Потемкин, генерал-поручик, и все, ну, как-то мысли даже не приходило все это штурмовать, как-то куда там лезть. Вот, высоченные стены, 43 тысячи в обороне, это же просто 43 тысячи ружей, это может снести все, что угодно. Но я хотел бы немножко объяснить, часто не объясняется, вот взял Измаил, герой, молодец. В чем его была вот эта вот хитрость суворовская? Вот помните, я говорил, что он убедил всех руководителей отрядов, колонн, что именно они-то и есть главные, что именно они-то и ворвутся. Так вот, вот этот маленький элементик во многом определял в дальнейшем успех дела. Потому что был перебежчик из одного отряда, вот, и он сообщил, что
Главный штурм пойдет около Бендеровских ворот, где потом в этом районе появится Михаил Илларионович Кутузов. Ну, их удар ждали. Именно поэтому вот этот сверхмужественный человек, как Кутузов, все равно ждал. Вроде как поступила на него, так сказать, шифровка-то, так сказать, главному командованию турецкому. А все равно он настолько был талантливый полководец, что, несмотря на то, что его ждали, он все-таки ворвался, вопреки всему. А главный-то удар все-таки, он пришелся от Дерибаса. Ему сгрудили артиллерию, ему сгрудили лучшие части. И даже потом, когда из Бендеровских воров вот это контрудар мощнейший 10 тысяч, да, чтобы был направлен. А главная эта беда турок пришла со стороны Дерибаса. Именно он потом окружал отряды. Именно он я думаю, что сейчас Лещенко я послушал. Великий певец, конечно. Вот как она созвучна с именем Александра Суворова. Мне нравится, что там нет никакой этой Джугашвилевщины. Сталин наш великий, чмо Джугашвили, ура, там нет. А там именно поется о русском, о каком-то о величии, о нашей генетике великой, о нашей истории великой. Я даже не отношу ее как только к Великой Отечественной войне. Она в полной мере относится и Александр Васильевич заслужил вот это исполнение Лещенко. Она также относится к нему. Я нисколько не хочу умалять подвиг наших воинов великих, у которых не оказалось вот такого полководца. Я нисколько не хочу принизить Георгия Жукова, но никто не может стать с этим человеком в плане военного какого-то искусства и все. Я также рассказывал, что вот эти неверно, я хотел показать, чтобы вы поняли, что он не был какой-то тиран, что он пожалел мальчика, что да, была вот эта вот трагедия, там противостояние. Он не подавлял ни Пугачевского бунта. Я хочу сказать, хотя его офицерам пришлось это делать, но я хочу сказать, вот это противостояние. Ведь это же пришло не от Александра Суворова. Нельзя вот все взвалить на Александра Суворова. Он выиграл нам, считайте, 3 войны, хотя он в шведской войне не участвовал. Но во многом благодаря его успехам это он написал великолепную книгу «Наука побеждать». Он во многих делах был великим подвижником. И именно еще он сделал величайшее дело, которым, наверное, вы знаете такого поэта Дениса Давыдова. Они стояли два брата Дениса Давыдова. Александр Васильевич Суворов знал отца Дениса Давыдова. И когда его ураганная конница проносилась мимо, денички остановили, но не знали по имени отчеству. Вот, говорит, дети вашего друга. Да? И он, обращаясь к Денису Давыдову, спросил: «Любишь ли ты солдата, сынок?»
А Денис Давыдов ответил: «Я люблю графа Суворова». И тогда Суворов, потрепав его действительно по голове, он сказал: «Вот этот пойдет по гражданской линии, а этот выиграет 3 сражения». И в одном ошибся. Действительно, Денис Давыдов и станет генералом. Но это будет солнце нашей поэзии. Это будет человек, которым будет восхищаться юный Пушкин. Вот чему бы ни прикасался Александр Суворов, все расцветало. А «Наука побеждать», которую он написал, если бы мы не вот штудировали вот этого вонючего русофоба Маркса, который писал, что русские, что славяне, даже не русские, славяне, набос истории. Вот если бы мы вонючку Ленина не вот, а вот и изучали вот эту науку побеждать, и если бы мы это применяли и в экономике, и в простой жизни, то мы не были бы такими русские с вами растелепы, вот этими коллегами-перехожими, которые все разбазаривают, все богатство, которое... Я писал, с какими страданиями вот это все принят. Сколько чудесных фильмов можно было... у нас есть чудесные фильмы военные, батальные, Ушакова, но они единицы. А по вот этому каждому описанному мной случаю можно было снять фильм, да, по каждому, и каждый вот этот батальон, каждая вот эта колонна достойна этого фильма художественного. Но вот эти вот людишки, вот эти вот прославляющие Зюганова, Джугашвили, вот эти вот понаполнившие, к сожалению, у нас мало... настоящих. Вот я, кстати, в Крыму, хорошо было бы создать какой-то наш не Голливуд, ну альтернативу Голливуду, да, вот где бы можно было и построить вот крепость вот эту, и вот это вот снять, можно потом не один фильм это снять, все это купится, то тупейшие коммунисты просто этого не понимают. Я хочу сказать, я вот какой хотел еще остановиться с момент. Вот смотрите, если поговорить по военной составляющей, Суворов в тот момент наверняка думал, что как бы он уже заслужил не только фельдмаршальский, но и генералиссимус он заслужил, не только фельдмаршальский жезл. Конечно, это было бы по праву, вот, но другой, не верьте большевистской пропаганде, что Потемкин был бездарность, это неправда. Я вот сейчас приводил, как действовал смелый генерал-поручик Потемкин, да, это тоже достойно восхищения. Вот, конечно, были трения с великим, так сказать, Суворову Потемкина, да, талантливый, кстати говоря, полководец, который старался не как Джугашвили, вот, не жалеючи наших солдат, а вот это быдло тупое, а он действительно старался, это неправда. Но я еще коснусь этой темы, но я хочу сказать другое. Александр Васильевич Суворов, вот, когда говорят, что вот Наполеон бы его победил, он громил наполеоновские армии, он громил, и лучший наполеоновский полководец погиб, наследник славы Наполеона.
с господином Ассена содрали погоны. Вот и я хочу сказать, что но кампания италийского похода не прошла просто. И когда Суворов считал, что это вот Олимп его победы Измаиле, то он очень сильно заблуждался. Его ждали еще более чудовищные испытания. Его ждали невероятные подвиги какого-то титана, какого-то подвиги, которые превзошли подвиги Александра Македонского. Я вам хочу сказать, ну, все, наверное, знают, что такое Наполеон, что такое его армия, которого раскатывала лучшие европейские армии, вроде как и нет впереди ничего. Но вот ему пришлось пережить вот этот альпийский поход, когда он потом признал, впервые признал, что он сделал ошибку, что вот этот его бросок, как бы сам погибай, а товарища выручай, когда он бросился на выручку армии римского Корсакова, которая была зажата вдвое ее превосходящей армии Массена. Но он опоздал, она была разбита. Но я хочу сказать, самое удивительное, что до сих пор все его наставления по горной войне, а он ни разу не вел до сих пор горной войны, используется и изучается во всех академиях мало-мало порядочно. То есть, а наука его побеждать еще может светить, как до сих пор не устарела, она не устарела даже для нашей обычной жизни. Я хочу сказать, вот, ну, чтобы вы... Дальше его ждет величайшая победа по Цингата, где с Массена сорвут погоны. Погон один, не будем приворачивать тоже. Дальше его ждет еще более суровое испытание под чертовым мостом, когда 20-тысячная его армия потеряет 8 тысяч, чудовищные потери еще до основного сражения. Когда он останется вот это, напротив этого узкого моста под огнем артиллерии, а против него будет стоять 70-тысячная армия, которая уже разбила армию Корсаков 40 тысяч и доказала свою боеспособность. Но я хочу заметить, чтобы вот эта грязь, там погонь Джугашвилевская, вот этот дегенерат 663, который там обливает Александра Васильевича Суворова, сколь нелегко далась ему эта победа. Даже перед Измаилом такой не был. Когда сложилась вот эта обстановка после победы под Сен-Готаром, положение настолько казалось удручающим, что Александр Васильевич почувствовал вот всю трагизм этого положения. И когда собрался его генералитет на совещание, он встал перед ними на колени. Он встал перед ними на колени. И брат Павла, да, там, ну, это, поднял его с колена и целовал его ноги. И я замечу, насколько эти люди более выше, может быть, они были с Павел несовершенен, конечно, мы знаем, что да, сколь странный это был человек, да, где-то, может быть, справедливый, но он не присвоил себе звание, он не присвоил звание генералиссимуса себе, не своему брату, который, кстати говоря, мог бы сказать, я там был главный,
принц Кобург не присвоил себе чужого звания, называл Александра Васильевича Суворовым учителем. А вот, но и не только это было, а я еще хочу рассказать другому, что чтобы вы поняли, что это не был какой-то мерзавец, как вонючка там Джугашвили, а что это был человек благороднейшего сердца. Когда стояло, ну, мало убедить генерал, он понимал, что если он поведет армию, которая в него не верит, то он обречен. Положение было настолько тяжелейшим. Он говорит один раз, его ветераны молчат. Он говорит второй раз, и опять и ветераны. Он говорит одну пламенную речь за другой, а ветераны молчат, сурово молчат, молча. Он говорит третий раз, и опять ветераны молчат. И тогда он говорит последние слова, которые у него остались для них. Тогда вырыть мне здесь могилу, потому что он понимал, что если сейчас он поведет толпу неверующих в себя людей, раз не отец я вам болен, то есть он осуществлял, и они считали его своим отцом, то не дам попозорить свои седины, похороните меня здесь. И вот как бы вот это вот последние какие-то слова и слова ветеранов растаяли. Вот эта вот генетика великого Святослава проснулась и запылала славянское сердце. И Иван Петрович Багратион зайдет в тыл противника. И в решающий момент опять все рухнет, мост будет взорван, когда 12-тысячная армия, как тигр, бросилась через чертов мост под ураганным огнем. Но Александр Васильевич Суворов, любой бы растерялся, это сейчас кажется... Зоркий глаз Александра Васильевича заметил избенку. И это вот сразу все спасло. Надеялись проскочить мост, они проскочили. Приказал разобрать мост, и офицеры связали его шарфами. Под огнем это сделали. И вот таких людей твари обливают, гнойные поганые твари там. Обливает, старается принизить, занизить их численность, их побед, их вот какой-то подвиг, что якобы что-то... Александр Васильевич Суворов никогда не был хвостуном. Он пресекал эти... Поэтому безумие было бы его обвинять в чем-то, в каком-то хвостовстве. Большинство его побед... давались нам с наименьшими, какими только возможно, потерями. Я хочу сказать также, что вот оценивая его, но не только вот эти победы, во многих победах он участвовал как соавтор. Разве вы не узнаете вот перед подвигом этой дунайской флотилии Дерибаса, вот этой его придумкой основной удар нанести морским десантом под штурм Корфу? Конечно, там как бы еще более сложная операция, она в смысле морская операция более сложная, потому что там надо было... плыть за 3-9 земель, это как бы, но и не только в этом. Дело в том, что Федор Ушаков фактически был влюблен, если не влюблен, обожал Александра Суворова и говорил
убеждал Потемкина вести морской резерв. Говорил, что Суворов при Кинбурне был на грани поражения, но до последнего крепился и удержал резерв. Так мы ввели резерв, так мы поломали линейную тактику. И ну, я еще буду, наверное, касаться вот этих вопросов. Ну, я хотел бы также коснуться и морально-этических норм, там, почему вот Суворов, ну, может быть, судьба иногда знает лучше. Ну, был бы Александр Васильевич Суворов каким-то революционером, мог бы погибнуть. А кто бы тогда его заменил вот на этом, на его вот главной миссии? Может быть, судьба его защитила от этого, так сказать, потому что предназначалось другое. Но хочу сказать, что, чтобы вы не сомневались в порядочности Александра Васильевича Суворова, я хочу сказать, что его отец был дудинщиком Петра Великого, на которого эта тварь Джугашвилевская тоже лила грязь. Я потом буду это касаться вопрос. И он как бы вот и мальчика воспитал, потому что на кого ложилась тень Петра Великого, там у нас везде и успех, и победа. Вот. Дело в том, что можно сказать, что Александр Васильевич благословил другой полководец Петровский, Ганнибал, который приехал, играл с ним в солдатики, а Суворов его разбил. Он был поражен, что как маленький мальчик его генерала опытного, и именно его стараниями, так сказать, Александр Васильевич Суворов и пошел по военной линии. А он, как бы, у него со здоровьем с детства было не очень хорошо. Я тоже об этом расскажу. Но и я хочу сказать, что отец Александра Васильевича Суворова был генералом. Он участвовал в, так сказать, в перевороте Екатерины. То есть он был супер вельможа, считайте. У него все было на руках. Он мог бы спокойно посодействовать карьере своего сына. Но Александр Васильевич Суворов отказывался. И вот эти вот басаевские твари, все эти бандеровские, там наврали, что в Измаиле, смотрю, 2000 Суворов. Это сказки про Суворов. Так вот, я почему-то и приводил, старался детально, что все же известно, сколько какие части, какие турецкие, какие части наши. Да не, просто даже предполагать, что это там придумали. И если даже предположить, что султан оставил там 2000 в такой супер классной крепости, которая была перестроена лучшими французскими инженерами в совершенство. Ну, уже дурак тогда, он без прикрытия оставил крепость вообще. И что, зачем вообще тогда какая-то толпа войск штурмовать, когда это все можно двумя щелчками, так сказать. И Дунайская флотилия 527 пушек полила по 2000, что ли? То есть чуть ли не по пушке на каждого, что ли? Ну, такое, наверное, расточительство, это какая-то безмозглость, это вот просто выдумай. Ну, как родилось вот эти 2000 этот приводит? Какой-то паша там, не помню какой-то. Вот пишет, что у него были две всего тысячи. Так. Это вот я там приводил, что в основном вот этих домах там было по 2000. Может, он так это похитил? Ну, конечно, обидно. Конечно, им обидно, талантливым
мужественным полководцам турецким, что потерпели, хотя нет ничего позорного было потерпеть от такого гения военного искусства, можно сказать, чуть ли не бога военного искусства. Вот. И, ну, конечно, все-таки обидно, и они старались как-то оправдать, придумывать всякой ерунды, как вот сидел там на святой линии Наполеон и придумал всякие байки, по которых я буду рассказывать, чтобы только себя выгородить и рассказать, какой он молодец, и какие все остальные маленькие и ничтожные по сравнению с ним. Вот, ну, я сейчас по этической проблеме хочу вот еще такой небольшой фактик рассказать, что во время прусской войны, когда с Фридрихом жесточайшей войне, когда Александр Васильевич участвовал в этой войне, то вот был такой факт, что когда наши войска отбили Пруссию, да, то вот стал вопрос, кто будет руководить этой Пруссией. Ну, там разные были кандидатуры, но Елизавета остановилась на отце Суворова. Вот. Я там вот, кстати, это допустил это косяк. Конечно, Александр Васильевич Суворов, вернее, отец Суворова участвовал в мятеже Елизаветы, не Екатерины. Ну, бывает. После работы, знаете, немножечко это самое. Бывают такие, ну, как сказать, косяки, извиняюсь, конечно. Вот. И вот за что, конечно, и был обласкан, так сказать, Елизавета, и все, так сказать, имел все возможности, как бы, вот, потому что Екатерина там возникла гораздо позднее. Вот. И вот он был назначен, отец Елизаветы, вот генерал-губернатором, типа, ну, вот это какая-то такая должность была там, Пруссии. И вот, наверное, это назначение было настолько удачным, потому что отец Суворова не воровал. Он был очень такой щепетильный, честный. И он настолько Пруссии хорошо управлял, что когда и отчеканили монету Елизавета, король Пруссии, да, и все это пустили в оборот, Пруссия так спокойненько приняла, никакой какой-то там партизанской войны, которую рассчитывал Фридрих, не произошло какого-то взрыва. Все устали от безумств Фридриха, от его жестокости какой-то. И это его привело в столь удручающее состояние, что он впоследствии сказал, что я больше в Пруссии не появлюсь. И, кстати говоря, сдержал свое слово. Вот здесь он был честный товарищ. Вот. Я как бы вот на этом хочу остановиться. Я что вот этим разговором хотел подчеркнуть, что Александр, семья Александра Васильевича была очень, люди порядочные. Вот это противостояние с вот восставшими пугачевцами, это была трагедия того времени, это вот была технология опять Борису Годунову, вот этот Европоезд опять нам пришел, запломбированный, вот этот сифилисный,
вот этих космополитов, которые вот давайте там из Европы крепостное право, о, введем, заживем, зажили. Вот. И потом все это старается переложить каким-то чудным образом на плечи как бы Суворова, вот что он был, должен был и то порешать, и это порешать, и все. Ну вот, я хочу сказать, не хочу тоже обвинить всю сторону там Пугачева, хотя там Александр Васильевич, что бедствия были страшные в крае, которые... Но и с другой стороны, других людей тоже можно понять. Может быть, там на Пугачева там монархисты что-то и наговаривают. Вот это какое-то требует серьезного изучения исторического, потому что с одной-то стороны одно говорят, с другой стороны другое. В конце концов, ну, люди не хотели быть рабами, не хотели быть крепостными. Можно ли их за это осуждать? Наверное, нет. Вот. Но Александр Васильевич Суворов и другие там родились вот при таком строе, их воспитывали. Ну что это вот правильно, что это вот так устроено. Вот это вот так и должно быть. И вот это вот он так предписано Богом. Там и вот, ну вот как он. Вот. И, конечно, так в одну... мгновение там что-то там поменять, что-то там изменить, оно как бы не всегда получается. Но могу сказать, что Александр Васильевич Суворов не подписал ни одного смертного приговора, не, но об этом он сам писал. Значит, не надо ему там приписывать. Вот, ну, Бибиков, генерал, участвовал в подавлении Пугачевского. Вот просто давайте подойдем. Но нельзя сказать, что это были вот люди какие-то там смертельно жестокие. Вот, ну, да, вот они, у них просто выхода не оставалось, да. Потому что одни там были за дворян, другие против дворян, да. Вот. И как-то разойтись вот на этой узкой дорожке никак не получалось. Но, между прочим, к справедливости скажем, что если был такой дворянин, как Лопухин, князь фактически, который скупал хлеб, старался войну помочь по меньшей цене в Москве, чтобы там не образовался голод. И были не один купец такой, который вот так вот патриотично поступали. Вот, пожалуй, о казанских дворянах так вряд ли можно сказать, потому что Бибиков, когда с ними и Панин там впоследствии разговаривал, уже высказались им так, что Панин вообще их бил палкой, а Бибик и то ли Бибиков, то ли Панин, не помню, сказал, что таких подлецов еще он в жизни никогда не видел. Ну, понимаете, конечно, Екатерина во многом, надо сказать, что распустила дворянство. То есть вот не было той палки Петра I, который заставлял всех работать, заставлял всех как бы вот как бы ответственно относиться к тому, что он доверил, что он. Вот я как бы хотел просто вам накидать картину объективную, не вот такую, которую, конечно, Александр Васильевич Суворов, наверное, какие-то и у него были и светлые, и темные стороны, и бывают людей, которые вот совершенно, ну, я совершенно против того, чтобы мы что-то приписывали, что-то вот какую-то, как вот
Газдепе, там и пропагандоны, и вот бандеровцы и прочие мразь, и джугашвилевцы, вот пытаются измарать его имя, испоганить, втоптать в грязь. Всего доброго. Как бы на сегодня все. Продолжение следует...